На радость болельщикам в Нижнем Новгороде, которых сегодня достаточно немало, несмотря на будний день. Конечно, не сравнить с выходными, когда здесь в Заречье всегда битком, полный аншлаг. Маркин на подаче. Очень неплохо справляется, но блоком смещают нижегородцы. И Марки на границе трехметровой линии просто вколачивает мяч и без шансов для противника. Маркин пошел подавать. Ну что ж, самое начало второй партии. Алексей Спиридонов на подаче. 25-20 по итогам первого сыгранного сета в пользу АСК. Ну и вот уфимцы начинают вторую партию. Спиридонов неплохую подачу выполняет, но очень хороший съем в итоге у нижегородцев получается. Ну, что сказать, пока. 1-0. В общем-то, во многих компонентах нижегородцы выглядят лучше, но надо отметить, что и в некоторых эпизодах первых не дают права считать победителем себя в матче, поскольку Уфа всегда может вернуться. И это все прекрасно видели несколькими днями ранее. А вот съем Александра Маркина. 2. Пока не слишком, может быть, заметный лидер уфимского. Просто куда-то на площадке испарился в последних розыгрышах. Ну, накатиком бьет сейчас Ивен, поскольку понимает, ситуация едва ли не патовая. Маркин тоже будет решать от блока и решает это просто великолепно. Возможно, сейчас связующему АСК стоит больше играть именно на Александра.